Всем тыквенный привет, с вами Дрим, и в сегодняшнем видосе, ребятки, мы с вами снова же поговорим про бесплатные награды в PUBG Mobile, которые вы можете получить прямо сейчас в игре без смены сервера. Ну а в конце видоса вы узнаете победителя еженедельного розыгрыша Royal Pass. Но для начала хотел бы всех вас поздравить, ребятки, с третьей годовщиной нашей с вами любимой игры PUBG Mobile. Кстати, надеюсь, все уже зашли в игру, да, и забрали свои награды, которые выдаются именно за вход 21 марта в игру. Если вы еще не зашли, ребятки, обязательно заходите. Ну и как вы понимаете, ребятки, награды, которые мы с вами сегодня можем получить, они тоже связаны с этой третьей годовщиной. И награды, в принципе, очень даже неплохие, ребятки. Первое событие, которое мы с вами рассмотрим, это именно то самое событие, которое появилось сегодня в игре. Вот это вот событие, где нам нужно с вами выпекать торты, ребятки. И взамен вы сможете получить очень много годных наград, среди которых есть и постоянный костюмчик, постоянный сет. Но для начала мы с вами поговорим про награды, которые можно получить взамен на эксклюзивные коды, которые сегодня разработчики предоставили именно в честь юбилея. Да, награды, которые вы взамен получите, они средненькие, потому что это бипишки и временные костюмы, но есть более интересный момент. Здесь еще можно получить дополнительно временную эмоцию. Но в чем сама фишка, ребятки? Таких кодов очень-очень много. В принципе, те, кто пришли на стрим, который был только что, увидели эти коды, да, забили их в игру и получили эту эмоцию больше, чем на 3 месяца, ребятки. И даже кто-то из бойцов забил еще и мой ID. Я тоже вот получил все эти награды. Спасибо ему огромное. И именно речь идет об этой эмоции, ребятки. Это та самая эмоция, которая еще и с музыкой, чтобы вы понимали. То есть, у меня есть эта эмоция постоянная, но вот она, временная, видите? И если забить один код, то вы получите эту эмоцию всего лишь на 9 дней. Но, ребят, если вы забьете все коды, которые я оставлю именно в описании, или лучше можете перейти по ссылке в описании именно в мой телеграм-канал, и там вы сможете очень просто скопировать эти коды, а также взять, конечно же, ссылочку, куда нужно перейти, это официальный сайт, да? Вам нужно перейти на официальный сайт и забить эти коды. После этого вы получаете вот эти все награды, ребятки. И, кстати, там есть еще и постоянная маска, но она вообще никакая, если честно, поэтому я даже про нее не говорю. Но есть еще и другая эмоция, она, к сожалению, на один день дается. Вот она, вот такая вот эмоция. Но нас интересует именно эта эмоция, ребятки, потому что, как вы видите, у меня она на 107 дней. То есть, если вы используете все коды, которые я вам предоставлю, ребятки, вы получите эту эмоцию на больше, чем 3 месяца. И это, в принципе, очень даже неплохо. А если у вас эта эмоция есть, вы можете ее просто обменять на бипишки. Почему нет? Также можно сделать, конечно же, и с костюмами, да? Именно временные, которые вы получите, их тоже можно обменять на бипишки. Там у вас получится где-то 20 тысяч бипишек. В принципе, тоже неплохо. Почему нет? Ну и теперь, как это делается, ребятки? Вот, заходите на официальный сайт PUBG Mobile. Я оставлю ссылочку на всякий случай и в описании, и у меня телеграм-канале, забиваете свой ID, ниже вбиваете тот самый код, который вам нужно, и вбиваете вот этот вот еще проверочный код. Забираете свою награду, и сейчас очень важный момент. Если вы хотите забить следующий код, вам нужно обновить страничку. Обновляете страничку, снова же забиваете код и опять получаете награды. И так можете заюзать все коды, ребятки, и получить эту эмоцию. Теперь, насчет события с выпечкой тортов, да. Это событие будет доступно с 21 числа по 1 апреля. Это уже очень хорошо. И здесь вы сможете получить, во-первых, постоянные вот такие вот штанишки. Сейчас вы поймете, почему именно только штанишки, да? Вот такой вот временный костюмчик. Следы полетов, мои любимые, конечно же, да? Также здесь можно будет получить фрагменты купонов, мотоциклы, граффити, а также случайные рецепты. Об этом поговорим далее. Плюс к этому, ребятки, помимо вот этого вот комплекта наград, который мы можем с вами получить взамен на торты, мы еще можем получить другие награды. Их мы с вами можем увидеть именно здесь. Вот они внизу, видите? И как вы уже заметили, именно здесь идет именно вторая часть сета, а именно золотая куртка, да? Именно город называется она. И у вас есть штанишки и есть у вас куртка. То есть полный сет вы можете отсюда собрать. Ну, там еще фрагменты купонов и еще кейсики. Почему нет? Очень даже неплохо. Окей, давайте разберемся быстро с правилами. Выполняйте ежедневные миссии, чтобы получить ингредиенты и другие награды, а также шанс получить рецепты тортов. Выпекайте по рецептам юбилейные торты. Если использовать неправильные сочетания ингредиентов, вместо торта вы получите остатки. Об этом тоже поговорим дальше. Следующий пункт.
Помимо получения рецептов тортов за выполнение ежедневных миссий, игроки также могут попросить поделиться рецептами своих друзей или получить их в магазине обмена. Пробуйте разные сочетания, чтобы открыть больше рецептов. Окей, здесь тоже все понятно. Некоторые рецепты, вот это очень важно, ребят, являются особыми. Выполняя инструкции, приведенные в особых рецептах, игроки получат удивительные награды. Если честно, я не знаю, что это значит, удивительные награды, да? Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но что-то эксклюзивное, ребятки. За юбилейные торты игроки могут получить награды в магазине обмена, а за остатки – рецепты тортов. Игроки могут запрашивать рецепты у своих друзей до 5 раз в день и сами могут делиться рецептами со своими друзьями до 5 раз в день. То есть, во-первых, если вы будете делать какой-то эксклюзивный торт, вы сможете получить взамен какую-то эксклюзивную награду. Я, если честно, вот видел пост в инстаграме PUBG Mobile Russia, и там был какой-то титул. Я не знаю, может быть, именно реально его можно получить отсюда, потому что там был этот сет, вот это, да, и был именно какой-то титул. Я не знаю, может быть, именно титул здесь можно получить, ничего утверждать не буду, потому что нигде про него ничего не написано. Дальше, я специально именно для видоса выполнил все миссии. Вот получаем с вами ингредиенты, да, для выпечки. Вот они. Забираем с вами эти ингредиенты. Потом уже доиграю и заберу остальные. После этого, ребятки, у нас внизу открылись целых 3 духовки. Видите, да, можно выпекать в них. И как это работает? Просто нажимаете вот сюда. Вот сюда нажимаем. Выбираем рецепт. Мне, кстати, подарили один рецептик. И давайте просто делать по рецепту. Все по одному. Окей. У нас и так все по одному стоит. Просто нажимаем выпекать, и вот все, у нас выпекается этот торт. Теперь мы можем с вами поэкспериментировать, потому что у нас других рецептов, к сожалению, пока что нету. Но если будут остатки, мы сможем обменять эти остатки на рецепты и потом сможем выпекать нормальные торты уже. Поэтому прямо сейчас давайте просто протестируем. Я не знаю, я просто нажимаю от себя, ребятки. Так, давайте пусть будут 2 штучки. Давайте 2 штучки, почему нет? В принципе, можем везде по 2 штучки поставить. Вот таким вот. А хотя нет, это будет просто двойная порция. Нет, давайте чуть исправим. Почему нет? Пусть будет так. Пусть будет так. Давайте так. Нажимаем с вами испечь. И, в принципе, у нас заработала 2-я духовочка. И также поступаем с 3-й духовкой. Нажимаем с вами начать выпечку. У нас открывается вот эта вот вкладочка. Выбираем с вами просто рандомно любые. Давайте поставим ингредиенты. Хотя нет, а что? Пусть будет 4. Давайте 4 поставим. Так, сахар. 1 сахар у нас. И сиропчик. А хотя... Хотя нет, давайте вот так. И здесь даже уберем. Вот так. Все, запекаем. И в принципе, если вы все сделали правильно, есть такой рецепт, вы получите торт. Если вы получите остатки, ребятки, то эти остатки можно здесь обменять уже на новый рецепт. И с помощью этого рецепта выпекать другие торты. Все. Ничего сложного. Годные награды. Костюмчик. Фрагменты купонов и еще какие-то эксклюзивные награды за эксклюзивные рецепты, которые мы с вами, к сожалению, не знаем. В принципе, событие годное, поэтому, само собой, рекомендую. Ну а прямо сейчас, ребятки, вы узнаете победителя еженедельного розыгрыша Royal Pass, где условием было просто быть подписанным, написать комментарий под определенным видосом, поставить лайк и обязательно указать свое игровое ID, как, в принципе, победитель и сделал. Вас поздравляю еще раз, ребятки, с годовщиной нашей с вами любимой игры. Я с вами прощаюсь, с вами был Dream, всем топ-1.